Дед Мороз, где брать мои подарки? Дед Мороз, где брать мои подарки? Я не понимаю. Я не понимаю, зачем вы выкладываете такие видео, женщины. Твой ребенок не умеет выговаривать слово «брать», у него получается вместо этого слова «блять». Ну хорошо, посмейтесь вы дома. И вот если бы ты выложила видео, что твой ребенок умеет читать стихи, рисовать, лепить, там еще что-то, помогает тебе по дому, вопросов бы не было, ты бы не попала бы на этот канал. Но зачем вот это? О, посмотрите, мой ребенок ругается матом. Ха-ха-ха, как это смешно и весело. Ребенку, конечно же, желаю получить классные, хорошие, интересные подарки, чтобы он верил в Деда Мороза как можно дольше. Поздравляю вас всех с наступающим или уже у кого-то наступил Новый год. И желаю вам всем крепкого здоровья. Берегите себя, своих родных и близких, своих детей. Не делайте так. Хвастайтесь тем, что ваш ребенок умеет делать, а не то, как он ругается матом.